эта ночь позволяет людям выплеснуть всю накопившуюся ненависть и злобу. Его не вернуть. И лучше тебе не станет. Спасибо. Обычай, который определяет наше общество. Отныне станет нашей ежегодной традицией. Да начнется судная ночь. Исайя, не смей прогуливать Разумеется. Уроки. Спасибо. До вечера. Неоднозначный эксперимент легализации преступлений называют «судной ночью». Нет судной ночи! Нет судной ночи! Вы с Исайей остаетесь сегодня у меня. Мы и сами о себе позаботимся. Позвольте представить вам автора этого эксперимента, доктора Мэй Абдейл. «Судная ночь» — политический инструмент. Скорее, психологический. Раз в год мы должны дать волю народному гневу во имя всеобщего блага. Сегодня каждый из нас покажет свое истинное лицо. Система экстренного оповещения объявляет о начале ежегодной судной ночи. Политиканы выбрали наш район не случайно. И им плевать на нас. После сигнала любые преступления станут законными в течение 12 часов. Здесь много хороших людей, которых мы обязаны защитить. Аварийные службы будут недоступны. Нужно быть готовыми ко всему. Правительство благодарит вас за участие. Всего лишь вечеринки. Вы заверяли нас, что участников будет больше. Человеческая природа не подчиняется законам политики. Какого черта происходит? Бежим! Они бывшие военные. Творится что-то странное. Вы посылаете на остров спецназ в гражданском? Иначе задумка не сработает. Нам никто не поможет. С этого момента страна изменится навсегда. Они не все учли. Они забыли про нас. Что я натворила? Бегите! Держитесь, я иду. Судная ночь. Начало.